И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Данут, и сегодня мы поиграем в Манервайр на серии Купкрафт, да. Вот, давненько у нас не было на Манервайра, да, и, собственно, погнали. Так, что-то файт. А, лук, ну, я понял, короче-то, да. Нужно стреляться взрывными луками, да, я еще под собой стрельну, еще раз под собой. Так, погнали, в общем-то. Так, нам нужно срочно сюда вот перебежать, вот так вот, и пальнуть по вот этому вот, собственно, игроку. Да, мы еще раз палим, и мы его выкидываем. Да, теперь вот здесь вот есть игроки, мы тоже и должны выкинуть. Да, суицид мы выиграли, конечно же. Так, мы выиграли. Что это такое? А, файтится, файт. Гладиаторы, гоу! Нет, меня убили. Да, гладиаторы е. Плохо я играю вообще. Мне попадаются они первый раз. Кстати, я играю на МКПЕ. Это понятно, потому что я уже вот курсор, как бы. Все понятно уже, что это МКПЕ. Плюс вот такие вот стрелочки. Да, осталось 8 секунд. Ну давайте. Это что, один на один? Он сам выжил. Алло. Так нечестно. Он один остался. Да, фейлит, конечно. Так, встать на платформу. Ага, у нас еще вода. Киш, пугля. Короче, все пошли вон. Ну да, меня выкинули. Конечно! А мы просто вот так вот. Как меня убили? Что? Здесь могут убить? Что-то я этого не знал. Так, финтхи айтем. Взять нужный айтем. Глистинт, это... Да я не знаю английский! Ну, я не знаю, что это. Может это? Нет, я не знаю. А куда я упал? Алло? Челики? Привет! А, постриг 12 овец, ну, это сейчас. Так. Ага. Я только одну постриг, вторую постриг. Я не знаю, как челики здесь быстро стригут, но я, например, не умею. Кстати, какая-то там Даша побегала. Ладно. Так. Я не знаю, как здесь они быстро стрижут. Вот я прохожу все равно. Ладно. Буду учиться. На. Так, фейлит, понятное дело. Так, ну, передать картошку горячую, короче. Я понял вас. Так. Ага. Один завис вообще, ему хорошо. Горячая картошка, валим! Так, валим. И мы выжили. Так, хорошо. 7 из 9 раундов. Так. Ага, нам нужно выкинуть из платформы и самим встать на платформу, да. Ага. Нет, не выкидывать. Ага. Блин, как это так? Зря я лез. Нужно на 3 секунды лезть тогда. Да. Ладно. Фейлер, да. Так, что там? Что там? Нужно бегать? Блин. Не понял, конечно, раунд. Ладно. Нужно встать на платформу. Которая не разваливается. Да, не сделал этого. Ну ладно, как бы осталось 2 секунды, и у нас побеждает этот игрок. Так, спидап. Да вы что, реально, шахтёшка осталась. Так, станьте колер. Встать на какой-то цвет. А, вот такой вот. Вот такой вот. Нет, ну... Ну как? Ну почему? Ладно. Что? А, выкинуть того там. 5, 4, 3, 2, 1. Выкидываем и самое стоем. Ага. Все, мне капец. Ну, меня вытолкнули даже когда началась игра. А, нам нужно построиться вверх. Ну, это понятно. 10 блоков, это легко. Честно говорю. Это самый легший раунд в мире. Как меня он столкнул? Ладно. Так. Иншхропс, что? А наковальник, господи, я не понял. Еще такая какая-то платформа. Ладно.
Я повторяюсь, я очень мало играл в Манирвайл на телефоне. Да, так что извиняюсь. Так, следующий раунд Ну, я не понимаю еще. Построить голема, понял теперь. Да. Так, крафтим. Почему не крафтим? Вот так вот. Вот так вот, все. Привет, голем, как дела? А, мы сделали. Да. Так, следующий. Color Block. А, нет, 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 нет. Ни в коем случае, нет! Мы здесь будем жить. Я буду жить. Мы будем жить. Да. Я буду жить. Нет, нет, нет. Челик. Ну-ка, о, как он только откинул. Конечно, это было очень жестко. Да. Ладно, файлит, конечно. Так, Незерпол. Что? А, ё-моё! Все, погнали, в общем-то. Так, нам нужно было прыгнуть на платформы. Господи, что я только... Почему я здесь начал строиться? Непонятно. Так, строимся. 5, 4, 3, 2, 1. Да, я успел, господи, это было на волоске. Блокгейм, а, я понял, в общем-то, нам нужно сейчас мотыга. А нет, это боссплив, господи, боссплив, только не это. Это самая худшая игра в мире. Да, так, так, господи, как это было? Я что, еще сам по себе, да? Ну ладно, ладно, ладно. Ну да, конечно, вот я не понимаю вообще, на ПК я лучше ориентируюсь, чем на ПЕ вообще. Потому что, во-первых, здесь надпись. Первая и сразу же за ним вторая. Потому, ну, это не дело, я бы сказал. Да? Лучше им исправить на Кубкрафте, ну, сервер Кубкрафт Геймерс на телефоне, исправить этот баг, потому что я бы сказал, бы это баг. Ну чё, вылетает сразу же одно и другое. Ну, через 3 секунды, а то еще не пропало. Я не могу прочитать просто задание. Да, ну и вот, собственно, закончился раунд. И я занял... Чё? Я третье место занял? Смотрите, третье место в чате. And game... А, наверное, я пятый пункт. Ну, короче, да. Або третий, або пять пункта просто. Ладно, собственно, переходим к второй игре. И вот у нас, собственно, начинается вторая игра. Да, осталось 5 секунд к началу, и я, собственно, возобновлю тут запись. Да, осталось 2 секунды, а 1, и погнали. Moneyware Book Cubecraft, да, создатель Cubecraft. Так, что здесь у нас? Windhamos Microgames, я знаю это все. Здесь микрогеймисы. Tandem Color, встать на какой-то определенный колон. Зеленый, все понятно. Зеленый. А, нет, нет, нет. Не выкидывать! Не выкидывать! Только не выкидывай. Да, я выиграл. Да, я выиграл. Все. White for eight. Че? А, нужно бегать, и все. Jump into the void. Зачем jump? А. Я не понял ничего. Ну ладно. Лава это. Лава. Ну, пол это лава. Привет, мы с тобой, короче, стоим. Аж трое здесь. Да, трое. Не знаю, я не думал, что здесь будет. Так, следующая игра. На этом нас кидать ТНТ. Пошлите вы все вон. Честно говоря. Ага. Ну, конечно. Ну, конечно. Как всегда. Да. Ну, ладно. Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Все, дальше. Я же учусь вместе с вами, кстати. Да, и поддержка лайком будет мне, для меня очень большой прогресс, чтобы я научился лучше играть, собственно, да, гладиатором. И, собственно, выучить английский язык немного получше. Даже мне русский нужно учить, как вы видите. Так что лайк обязательный, да. Так, осталось 12 секунд. Так, 10. Да. Так, и погнали дальше. Фейлет, да, я знаю. Так, экспериментал файкт. Нужно... Да, луками вы что, издеваетесь? Ну, конечно, 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 конечно. Нет, 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 ни в коем случае. А мы подходим сзади и на, короче, тебя в зад. На тебя в зад, на тебя в зад. Давайте, мы его должны выкинуть, да. Мы его выкинули.
На, короче, еще обстреливаем их. Сколько у вас здесь только есть. На, на, еще. Может, где-то кто-то играет-то на ПК. Windows 10 Edition. А я на Pocket Edition, да. Так. Ага, наковальни, да-да-да. Я сообразил. Что? Вы видели, как они быстро и шли? Сразу здесь и сразу на полу. Нет, это немного багово. Или же меня самого багает. Так что это может и меня. Но все ж таки нечестно. Drop it, spawn, что? Ну погнали. По крайней мере. Так. У нас 2 хп. Что? Да еще и такое наказание. Да, все ж таки я здесь проиграл. Да, бывает, бывает. Хотя я на нем выигрывал. Кстати, у меня 3 поинта, я 3-е место, господи, это как? Да, я 3-е место еще как-то занимаю. Непонятным чудом, я даже сказал бы. На меня какой-то челик налепел, таргетер. Я сейчас... Не, у него лучшая позиция, и он меня выкинул. Ладно. У меня 3 поинта, и я занимал как... Да я еще занимаю 3-е место, это... Как вообще? Так, господи, почему? Вот. Строимся вверх. Все, не построились. Можно даже дальше не строиться, я не буду. Да. Так, я упал. And have one, что? А, я понял. Не понял. Нет. 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Ай! А как меня убило? Я не понимаю, что здесь меня убивает. Ну ладно, у меня 4 поинта. А, survival. Берем топорик и сейчас всех выносим. Что, какой верстак? Вы что, издеваетесь? Вот на ПК такого вот точно не было. Да, нажал на верстак случайно, а хотел ударить игрока. Ну, здесь-то на ПЕ немного неудобно, согласен. Но все ж таки, все равные, кроме ПК-шеров, ну, то есть Windows 10 Edition. Да, так само и как и World of Tanks Blitz. Да, потому что там, что же, можно и на ПК, так и на телефоне. Итак, ладно. Старт... Что? Нам нужно просто на шифте. Да, это честно. Я даже не думал. Я случайно, кстати, сел на шифт. Да. Go. Так. Ага, нам нужно встать на платформе. Ну, конечно, залез. Пошел вон, быстро. Ага, меня еще столкнули. Ага, я еще сам упал. Господи, как это было только тупо. Да. Я даже не занимаю 3-е место. Как это только было? Так, я синий. Меня убили. Давайте, синие, тащите, короче. А, мы затащили, да? Мы затащили. Хорошо, нам дается еще один поинт. Так, что дальше? Я, кстати, на 4-м месте. Да, босс гейм. Что здесь у нас? Погнали. Так, почему? Так. Огорожаем много себе. Колор контрол! Быстрее! Сюда. Все, мы огородили. Теперь вот здесь отпустись. Вот. Так. Все, мы здесь теперь все свое закрашиваем. Мы вот так вот все закрашиваем, да. Вот здесь, вот так. Так, спокойно, никуда не спешим. Вот так вот здесь еще можно закрасить. Господи, как это много. Кидаем зельку. Вот здесь вот и вот здесь вот. Да, все. Мы закрасили свое. Там уже я не могу ничего крашить. Красить. Кстати, можно было бы там кинуть зельку и продолжить там красить. Ну ладно. Собственно, да, я проиграл. И Йон Вин Ту. Так, я занял 3-е место с форвардом каком-то. Каким-то, кстати, у меня... Я как-то занял еще 3-е место. 2-й раз подряд. Ну ладно, на этом, собственно, я буду заканчивать. Да. Если вам понравился этот... режим Манервейр, если вы хотите продолжение, то не забывайте ставить лайки и также подписывайтесь на мой канал.
Да, напишите, кстати, какие комментарии, какой, может, мне челлендж выполните на каком-то разном вообще. Может, даже на Bedwars челлендж, или же на Skywars и так дальше. А с вами был я, Данута 700. Всем удачи и всем пока, ребята.